Но эта фотография была сделана в Челябинске, во дворце спорта «Юность», после матча «Трактор Спартак» в 1978 году. Она долгое время висела во многих дворцах спорта и в фойе дворцов спорта «Юности» висела. Автор этой фотографии Евгений Иванович Ткаченко, в общем-то, довольно известный фотограф, среди фотографов был специалист. Это окончание матча. Почему здесь появился средний судья, как мы говорим, это тоже очень редкий случай, но поскольку судьи какие-то могут не доехать, раньше с транспортом было гораздо хуже, могли не долететь или не доехать поездом, ну поездом вряд ли, но самолетом точно. Поэтому областная федерация должна была обеспечить судью своим. Судьей Юрий попал на этот матч в качестве как бы запасного судьи. Если мы, допустим, на площадке часто бываем, то средний наш арбитр, брат средний Юрий, он, конечно, у нас арбитр, арбитр международной категории, поэтому он по другим городам и весям ездил и смотрел. Это Сергей, это Юрий и ваш почтенный слуга. Сергей дебютировал за «Трактор» из молодежной команды Петра Васильевича Дубровина. Он дебютировал за основную команду «Трактор». И вот этот матч, который мы выиграли, Сергей отличился, он забил гол. Вот такая фотография, вот с такой историей.